друзья, мы с вами въезжаем в Сан-Франциско, на подступах к Сан-Франциско. И я хотел, чтобы вы обратили внимание на вот эту тучу, которая впереди. Туча – это и есть Сан-Франциско. Когда мы въедем туда, мы въедем в эту тучу. Сейчас около 9 часов вечера, где-то вот, да, без 10 минут 9. Да. Вы помните вот у Марка Твена вот эту хохмочку, что там худшая зима в его жизни – это лето в Сан-Франциско. Вот лето, июль, буквально 18 июля сегодня. И вот вы видите, что такое въезжать в Сан-Франциско. Вы видите этот кошмар, вы видите этот фильм ужасов. Но я вас уверяю, что когда вы в тучу въедете, там не так страшно, как может показаться. Вот так оно выглядит. Мы продолжаем движение. Немножко меняется картинка у нас перед глазами. Свет, нам правее, правда? Да, три полосы очень будет правее. Да. Мы сейчас... Нам на Эл-Камино не надо. Нет, да? Тогда не надо. Едем прямо пока. Так. Едем пока прямо. Это все о туче, друзья, все о ней. Если вот так ехать прямо, то за тучей будет океан. Тот самый тихий океан. Другого у нас тут и нет, собственно говоря. Вот с него идут эти тучи через горы. Между нами и Тихим океаном тут горы. Ну, не небольшие, конечно, не такие, чтобы уж прям... Кавказ какой-нибудь. Нет. Ну, вот какие есть. Это все вот оттуда. Я себе представляю, что сейчас творится на бережку. Вдоль берега океана, совсем недалеко отсюда, идет фривей номер один. И там в такое время, как сейчас, если ехать, вот вы включите все фары, которые у вас есть, и, так сказать, не увидите сильно далеко от того места, где вы находитесь. То есть там ехать, просто едешь как в молоке. Мы вот сейчас это. В это молоко въедем. Мы сейчас, ну да, но мы не прямо на хайвее, мы все-таки на существенном расстоянии. Мы въезжаем, ну почти, да, да, мы почти въезжаем. Хотя мы сейчас повернем направо от молока. Вот, потому что нам все-таки на север, а не в сторону океана. Мы сейчас разворачиваемся, и вот в ту сторону у нас будет Сан-Франциско. Вот, и мы, знаете, вот тот момент, когда ты оказываешься в самой туче, когда, что называется, въезжаешь, он иногда даже такой неуловимый. То есть вот едешь, и вдруг смотришь, а я в туче. Нет, но было солнце, а стало не солнце. Но солнце-то откуда в 9 вечера? Нет, 9 вечера нет солнца, но днем очень хорошо заметно. Да, когда это происходит днем, да, это, конечно, а так сразу другое. С вечера въезжаешь в ночь сразу. Да. Вот оказывается, что туча такая немножко рваненькая, да, смотри, как она, клубами такими. Клубами, и вот когда въезжаешь, все начинает клубиться вокруг тумана. Да, да. Вот они, друзья, ужасы американского образа жизни. Так вот. Еще буквально пару минут мы проехали. И вот вы видите, что встреча с тучей неизбежна. Такое ощущение, что мы прямо как-то заныриваем под тучу. Что как бы туча немножко выше нас. Но вот, вот где-то вот, вот это вот место, вот оно тут. Хотя... Оно еще не тут, будет видно туман. Оно не тут, но вот, понимаешь, такое ощущение, что сверху оно тут, а... Но оно еще не опустилось, вот там оно уже клубится, все справа. Да, когда мы направо смотрим, там какие-то холмы, и видно, что между нами и холмами уже туман такой, как бы... Чистый туман, а здесь пока чистенько. Очень странное ощущение. Вот уже начинает потихоньку туман. Так, так, так. Такое ощущение, что этот туман еще как-то движется слева направо. Как бы. Ох, а вон там впереди, ты видишь? Город светится, и вот
часть города уже не просвечивается. Часть этого всего уже в тумане. Красиво. Красиво, да, красиво. Я думаю, что нашим зрителям тоже интересно, как тут люди вообще живут в таком. Да. Ну, во всяком случае, огни, вот те, что слева, тут какая-то шопинг-плаза. Эти огни довольно яркие. И на дороге огни довольно яркие. Я не вижу, чтобы дорога была в тумане, хотя явно мы уже сверху уже все свет. Сверху уже тучи все. Уже, мы уже идем под куполом. Но оно еще не опустилось, то есть оно может быть потом еще ближе. По-моему, мы уже под куполом. Так. Друзья, я говорил, что когда в туман заезжаешь, так и не страшно совсем. Но там тоже есть жизнь. В тумане тоже есть жизнь. Ежики в тумане. Да, цыпленки тоже хочут жить. Вот так. И в тумане тоже люди живут. Слушай, просто прекрасная видимость. Это... Да, и мы уже точно там сверху. Уже все, мы накрыты. Такая туча оказалась. Туча оказалась такой верхотурной. Не легла на землю пока. Еще левее. Та темнотища, которую вы видите, это не темнотища, это просто туча. А внутри тучи вы видите там проблеск светлого вот по левую руку, так впереди. Так что вот так было бы довольно светло. Хотя вот пока я говорил слово светло, стало ровно 9 часов вечера. Да. А у нас время-то сдвинуто. Это в Российской Федерации время стоит, а у нас его на лето сдвигают. Так. Едем прямо. Так, надо левее, надо взять немножко. Вот мы на улице, которая называется 19-я авеню. Это улица, по которой въезжают люди в Сан-Франциско с юга. Можно сказать, одна из таких главных магистралей городских. Тут у нас уже сложно начинает отличать ночь от тучи. Но мы вот едем, и слева у нас там просвет, и эта разница хорошо видна. То есть видно, что еще далеко не так темно, и там еще закат, вот по левую руку от меня. Значит, а мы в тучке, вы видите, такое равномерное, такое темное небо, тучка. А вот под тучей жизнь, вы знаете, напоминает мне Незнайку на Луне. Знаете, там, когда он проваливается через поверхность Луны, а там другая жизнь какая-то. А люди с Земли смотрят на Луну и видят только поверхность Луны. А то, что там внутри жизнь и всякие там коротышки живут, они не знают. Вот так и мы. Люди смотрят на нас с других планет и думают, туман. А тут, смотри, какая же тут. Все, друзья, на этом мы с вами расстаемся. Закончился репортаж о туманном Сан-Франциско. О городе в облаке.